Полицейские Асбеста проводят профилактические мероприятия «Нелегальный иммигрант», направленные на выявление незаконного пребывания, а также незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Асбеста. Основные задачи операции «Нелегальный мигрант» – это выявление и пресечение каналов нелегальной миграции, фактов использования поддельных документов, удостоверяющих личность, незаконного использования иностранной рабочей силы, усиление государственного контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России. Всего за 2018 год в сфере миграции было выявлено 23 административных правонарушения. Отдел полиции Асбеста предупреждает граждан Российской Федерации о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешительных документов, а именно патентов и вовремя оплаченных квитанций налога на доходы физических лиц, неуведомлении о прибытии на территорию Российской Федерации и место пребывания иностранных граждан. Операция «Нелегальный мигрант» будет проходить в Асбесте до 23 мая. Сотрудники правоохранительных органов просят информировать о местах массовой работы и массового проживания иностранных граждан на территории Асбеста и прилегающих поселках по телефонам 20402 или 02.